В Севастополе на боевое дежурство заступил дивизион зенитно-ракетной системы С-400. Комплекс размещен на мысе Фиолент. Как заявляют в Кремле, усиление системы ПВО в Крыму – это суверенное право России по защите своих границ. Однако, по мнению ряда наблюдателей, размещение комплекса С-400 – это не только защитная мера, но и предупредительный сигнал Киеву. Данная наша зенитно-ракетная система С-400, она позволяет обнаруживать цели на дальностях до 600 километров. То есть еще при подлете границы Крыма мы уже будем на нашей системе все это прекрасно видеть. Размещенный в Севастополе комплекс С-400 уже второй по счету на территории Крыма. Напомним, что первые дивизионы этой системы ПВО развернули в начале 2017 года в районе Феодосии. Мы видим, что в последнее время участились попытки угроз нашей территории. Мы видели попытку атаки дронами нашей базы в Тартусе, в Сирии. Поэтому сегодняшняя установка второго дивизионного комплекса С-400 перекрывает полностью всю крымскую противовоздушную оборону и делает невозможным проникновение сюда ни дронов, ни самолетов, ни других летательных аппаратов. ЗРК С-400 предназначен для поражения любых целей воздушного нападения. Он может сбивать самолеты, вертолеты, крылатые и даже баллистические ракеты. Как отмечают военные эксперты, размещение в Крыму комплексов С-400 является важной частью общей стратегии Москвы по усилению обороноспособности полуострова.